Sierra Madre, California. But I find it interesting. Приветствую, друзья. Пару месяцев назад я показывал вам, как ставили стоп тот самый. Кто не видел, ссылка будет в конце ролика в правом верхнем углу. А сейчас вот что увидел. Небольшие наблюдения. Видите, 7 человек в одинаковой одежде рядом с тем самым столбом пытаются установить, я так понимаю, что-то тяжелое, а иначе зачем бы им понадобился подъемный кран? Как считаете, у кого какие предположения есть? Напишите в комментах. Стоят, что-то думают, тросы уходят куда-то ниже уровня земли, отсюда не разглядеть. Что это может быть? Поднимают или опускают чего-то там? Понятия не имею, что они там делают. И зачем 7 человек? Пару стропальщиков не хватило бы? Непонятно.